стояла в очереди 3 часа. Смотри, какая девочка красивая. Ну да, красивая. Ну так пойди познакомься с ней. Да не, я не умею. Просто подходишь, садишься рядом и мило улыбаешься. Просто подхожу, сажусь рядом и мило улыбаюсь? Да. Ну как? Она не для меня. Попробуй сказать что-то оригинальное. Девочкам это нравится. Сказать оригинальное? Да. Извините, девушка, ваши родители не деревья? Откуда у них такой торсик? Ну как? Не везет. Сейчас повезет. Действуй. Ты че? Ничего. Раз приду. Одеялко. Лучший защитник. Это, Зай, такая интимная тема. Ну, просто... Вики с Сережей. Это все разнообразно. А у нас... Я не хочу сказать, что у нас плохо. Зай, в этом плане разнообразие. Как ты относишься... А можно я тогда сама себе костюм выберу? Ну как? Зай, ну куда ты уходишь? Тебе не нравится? Я что, не сексуальная? Ты вообще-то сам говорил, что рыбалку любишь. Дурак. Надо делать, если твой друг не умеет готовить. Что это? Давай ты первая попробуешь. Серьезно? Да я собаку лучше кормлю. Ну как?
рисунком. Смотри! Ну-ка. Ну как? Кто это сделал? Кто это? Ой, какой у тебя хороший кот! Ты будешь? У меня нет кота. Это ты сама сделала? Да, сама. Нет, ну ты вообще рукожоп конкретный. Ну как? Интересненько. Интересненько. Спасет в любой ситуации. Пиши в комментарии, любишь ли готовить ты. Витули-катули, расскажем тебе, настоящему мужчине, как нужно вести себя с настоящими принцессами. А будут не очень принцессами. Дарите нам цветы. Ну или вазоны. Замечайте мелочь. Если я подстригла кончики, это важно. Тебе не сложно? А я просто важно. Говорите нам комплименты. Даже комплименты про мои кривые стрелки. Да, комплименты. Одна еще не надо говорить про мои кривые стрелки. Просто перестань слушать. Да, я понимаю, что я же 10-й раз рассказываю. Слушай, помогайте с выбором. Красный и малиновый — это не одинаковый цвет. Но если я не спрашиваю, не советую. Если ты хочешь жить, то не надо говорить при мне. Смотри, какие у нее ножки. Даже если я спрашиваю, какие у нее ножки. Плохие, у тебя лучше. Даже если я вешу 200 килограмм. Я лучше. Да. Надо совсем соглашаться, и будет все хорошо. Но не будь тряпкой. Но совсем соглашаться. Но не будь тряпкой. Блин, я запуталась! Если ты хочешь посмотреть, как не надо делать, то заходи на страничку Ла Станиславска, и там увидишь совсем другую историю. Скоро лето. Ставь лайк. С вами рубрика «Советики и приветики». Если вас пригласили на свидание, это уже успех. Да-да. Значит, вы не урод, как я, и у вас есть личная жизнь. Первое правило. Так делать не надо. Ты такой смешной! Не надо пытаться быть сексуальной. Не надо. Может, ты милая? Аккуратненько, с откровенными разговорами. И не надо рассказывать свои истории о том, как ты голая в дрободан танцевала на стойке. По личному опыту знаю. Второго свидания тогда не будет. Внешний вид. Не надо быть чересчур этажной. И так краситься не надо. Ну, также правило, не задавайте вопросов. А знаешь, что ты искать сейчас? Пусть все думают, что ты идеальная. Но мы-то знаем, что мы любим пригубить. Будьте собой, и все у вас будет хорошо. И подпишите меня, если хочешь быть успешной царицей. Сказала та, у которой 7 котов. Сейчас в Инстаграме появилось очень много фигни, и я расскажу тебе, что снимать не надо. Не надо. Не надо, не надо. Не ношу. По-домашнему. Папка в деле. Бозометр попутал. А? Новый бьюти-блогер Натали, и сегодня мы поговорим с вами о новой косметике Лоис Витон, вот. То есть Гиманши. Вообще за естественную красоту. Все? Вы уже отсняли? Хорошо. А вообще придумывайте свои идеи, будьте креативными и оставайтесь самими собой.